Представляется лидеру партии «Другая Россия» в Санкт-Петербурге Андрею Дмитриеву. Добрый день, свободные люди великого города! Сегодня нам говорят о том, что мы проиграли. Вот ваши шествия за честные выборы прошли, говорят нам. Все в порядке. Честные выборы состоялись. Единая Россия у власти, Путин у власти. Расходитесь-ка, ребята, по домам, прячьте белые ленточки в шкафы и убирайте туда флаги. И на ближайшие 12 лет терпите Путина у власти. Мы готовы терпеть 12 лет? Нет! Мы не зря выходили на эти митинги. Не зря выходили в Москве, на Манежную, на Сахарова, на Болотную площадь. Не зря выходили в Петербурге. Мы добились того, что эта власть вынуждена была пойти на уступки по требованиям народа. Они объявили о проведении политической реформы. Конечно, все это половинчатые меры, мы не верим им. Но сейчас самое главное – додавить власть. Заставить ее выполнить уже те обещания, которые она сделала. И мы это сделаем. Мы додавим власть! Мы додавим власть! Мы требуем проведения выборов губернатора Петербурга в течение ближайшего года, а лучше осенью, безо всяких президентских фильтров, безо всяких прочих рогаток бюрократических. Требуем свободных выборов губернатора. Даешь свободные выборы! Даешь свободные выборы! У нас есть право на правосудие для всех, а не на нормальную цивилизованную коррупцию. Но самое главное, что нас здесь всех объединило, это право сменить ту власть, которая нам все это подсовывает. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы можем сменить ту власть, потому что Путин узурпировал власть сегодня в России. Потому что это были не выборы, это был референдум между Путиным и четырьмя его марионетками. И даже на этом референдуме Путин на самом деле проиграл. Он украл наши выборы, он украл
украл нашу страну. Путин вор! 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 И мы, петербуржцы, должны не молчать об этом. Мы будем говорить об этом здесь, в Петербурге. И мы должны отправляться на марш миллионов в Москву, чтобы там все вместе перед инаугурацией лже-президента сказать о том, что Путин вор. Мы отправимся на марш миллионов. Но кроме этого, у нас есть и свои проблемы. У нас есть свой губернатор. Как его там? Кто знает этого губернатора? Кто нам его подсунул? Что он из себя представляет? Чекист. Один из путинских этих прихлебников. Тот, который во главе Единой России обещал нам какие-то социальные законы, поддержку населения, а в первый день после выборов отказался подписывать эти законы. Тихарь! Справится ли такой губернатор? Губернатор на настоящих честных выборах. Выберут ли его петербуржцы? Никогда. Мы должны обвинить всех петербуржцев. Не только нас здесь, неравнодушных, кто собрался, на тех петербуржцев, кто сейчас в Купчино, на Гражданке, на Просвете, все они хотят выбирать губернатора. И мы вернем власть в городе петербуржцам. Это наш город! Это наш город! Говорят, что, может быть, он мог бы победить и честно. Может быть, и мог бы, но он этого не сделал. А значит, его поезд ушел. Значит, он упустил свой шанс. И теперь главное не дать забыть, чтобы мы сами не забыли, и чтобы мы не дали нашим согражданам забыть о том, что власть Путина незаконна, и что ее не признает общество. Собственно говоря, признание в том и заключается, что общество как-то показывает, признает оно или нет. Поэтому не надо падать духом, надо проявлять упорство. Многие говорили, что после выборов будет какой-то упадок духа, у людей опустятся руки, они подумают, что все бесполезно, мы протестовали, а эти жулики и воры все равно сделали так, как им нужно. Так вот, наберитесь терпения, проявите упорство, и тогда рано или поздно эта власть вынуждена будет уйти. Легитимация нового президента не состоится. Пока мы выходим на наши улицы, легитимация президента и Думы не состоится, а значит, не состоится вовсе, потому что с улиц мы не уйдем. 4 марта по окончании голосования в голове бывшего будущего президента, стоявшего у стен Кремля, перед многотысячной толпой наконец-то появилась правильная мысль. «Какой же я подлец!» – подумал он. Заплакал. И по подтянутой щеке из бессовестных глаз катилась скупая слеза. Мы во избежание печальных последствий настоятельно рекомендуем лицу, не имеющему фактической поддержки большинства населения, не вступать в должность президента. Мы по-любому не дадим будущее нашего Отечества на откуп этому лицу. И нам для достижения нашей победы достаточно хотя бы неделю прожить по совести, не давать взятки, препятствовать беспределу, не выполнять преступные приказы. И мы призываем представителей всех ветвей власти заглянуть вглубь души и найти там закопанную совесть. И тогда не через 12 и не через 6 лет площади наших городов заполнят всеобщее ликование. И мы прославим наш народ. Мы прославим наше Отечество. Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! И в то время об этих днях напомнит только тень самолета бывшего президента, покидающего нашу землю навсегда. Но мы его и там достанем, потому что мы здесь власть. Кто здесь власть? Мы здесь власть! Кто здесь власть? Мы здесь власть! Выборы декабря научили нас работать вместе. Мы приобрели
опыт заниматься гражданскими проблемами, а не политическими. Мы научились понимать ответственность за здесь и сейчас, за свою страну, за то, что происходит в нашем городе. В марте мы выполнили огромную работу, которая объединила нас вместе. И благодаря этому мы умеем сегодня работать, и, а не только ходить на митинги. Но на митинги, как видите, мы умеем ходить тоже. Мы, наблюдатели Петербурга, не хотели заниматься политикой. Мы не представляли ничьих интересов. Хотели всего-навсего проведения честных выборов. Однако практически сразу стало ясно, что простое требование честных выборов и честного подсчета голосов в нашей стране воспринимается исключительно как политическое. И до тех пор, пока власти и политики будут называть нас политическим движением, они будут проигрывать. Многие сейчас пришли сюда для того, чтобы требовать честных выборов. Это прекрасное требование, но недостаточное. Вы знаете, кто был одним из самых честных политиков в Европе? Политиков, который победил на так называемых честных выборах и к тому же еще и выполнил почти все требования своей программы. Гитлер! Гитлер, господа! А знаете, почему так получается? Почему даже сейчас, до сих пор, во многих странах побеждают на так называемых честных выборах тоталитарные политики? Знаете? Нет! У меня есть предположение. Есть такое слово «государство». Государство. Власть одного, данного сверху. Мы этого хотим? Yeah. Мы этого хотим? Yeah. Если мы хотим этого, то большинство наших сограждан, как выразители нашего с вами коллективного бессознательного, всегда будут голосовать за Гитлера, Путина, кого угодно, кто захочет и пообещает взять на себя ответственность за нашу жизнь. Они украли наши голоса, они воруют ресурсы страны, они воруют историю. Страна доведена до того, что мы стали лидерами по самоубийствам. В каком состоянии наши дороги и какие все берут и дают взятки, вы знаете. С этим бороться нужно обязательно. И о том, что они не победили, на самом деле они тоже знают. Поэтому вот они идут сейчас на эти подачки, поправки и пытаются как бы вот спустить этот процесс протестный. Мы, конечно, не за кровавые революции, но мы за настоящие реформы. И нужно продолжать оказывать давление на власть. Все говорят об оранжевой революции на Украине, например. Но оранжевая революция, Майдан, сопровождалась практически всеобщей забастовкой. Украина встала. Кроме того, был еще раскол в правящем классе. Это привело к смене власти. То же самое было в Египте. Нигде просто одна демонстрация не решала. Нужно давить их экономическими рычагами. Нужно выбивать у них их бабло из-под ног. Объединяйтесь, организуйтесь. И только низовая организация, самоорганизация на местах позволит нам создать такие институты низовой самоорганизации, которые не позволят никому, кто придет на смену Путину, стать вторым Путиным, третьим Путиным. Кто бы ни пришел, там, Навальный, Удальцов или Немцов, кто угодно. Мы с помощью наших низовых институтов заставим их действовать в интересах народа. 5 марта и последующие дни вы все знаете, что по всей стране на улице вышел народ с одной простой и ясной целью выразить свое негативное отношение к так называемым выборам президента Российской Федерации и к думским выборам, которые прошли в декабре. Да плевать мы хотели на ваше задержание. Мы вышли на согласованный митинг для того, чтобы в спокойной обстановке подвести промежуточные итоги. В то время как все вменяемые люди давно поняли, что Путин и его банда — это поганая Единая Россия, вся эта свора чиновников. Это не спасение страны, это не гарантия стабильности, это барьё. У меня какая-то книжка есть, была, вернее, меховая традиция России, и там просто Маруха.
Кто здесь власть? Там очень много, может. Кто веселая здесь акция? Власть? Да, веселая политическая акция. Кто здесь власть? Такого оскорбительного для кого-то. Кто здесь власть? Они молодцы. Там они сказали то, что думают многие. Просто молодцы девочки, рисковали. А вы какое-то к ним отношение имеете? Нет, никакого не имею отношения. Слушайте, все я заслуг своих в этом не имею. Вот, еще один большой лук. Только математика, русский язык. За остальные предметы, если вы хотите обучать ребенка остальным предметам, географии, английскому, за это все вам надо будет платить.